«Бог создал землю, а все остальное на ней сделали строители». Эту фразу раз от раза любил повторять своему внуку почетный строитель России Юрий Бондаренко. 20 мая на 81-м году жизни его не стало. Ушел из жизни человек, который внес неоценимый вклад в формирование современного облика Ульяновска. В преддверии Дня строителей в память о Юрии Павловиче открыли мемориальную доску. Теперь на доме номер 36 по улице Карла Либкнехта, где он жил, висят две таблички. Бондаренко и его друга, товарища, соратника, заслуженного строителя РСФСР Вячеслава Максимова. В торжественной церемонии открытия и возложения цветов к памятному знаку приняли участие ветераны отрасли, коллеги, родственники и все те, кому не был равнодушен Юрий Павлович. Каждому нашлось, что вспомнить о нем. В семье я являюсь сестрой, и я думаю, что лучшего брата найти нельзя. Это поддержка, опора во всех семейных делах. Я их очень хорошо знал, я с ними дружил. И когда меня назначили главой администрации Засвияжского района, был такой вот в моей биографии, первые, кто ко мне пришли для того, чтобы помочь, для того, чтобы на сегодняшний день как-то лучше построить, отформатировать работу в Засвияжском районе, это был Максимов Вячеслав Викторович и Юрий Павлович Бондаренко. Юрий Бондаренко принимал участие в строительстве 50 крупнейших построек Ульяновска. Например, дело его рук – комплекс Ленинского мемориала, дворец культуры профсоюзов, кинотеатр «Свияга», бассейн «Спартак», Ульяновский мебельный комбинат, здание Дома Советов, а также многие другие социальные, промышленные и жилые объекты города. Рената Алюлова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.